Меня зовут Елизавета Ковалева. Я закончила ГИТИС в 2009 году, мастер-курсы Тепляков Валентин Васильевич. Служу в Гатчинском муниципальном театре юного зрителя. Было время, когда кино каким-то волшебным образом приходило в мою жизнь. И за это время я сыграла в 6 сезонах сериала «Ментовские войны». Сыграла следователя, честного, справедливого. Были и другие героини, в основном активные и пробивные. Рождение ребенка на определенный период выбило меня из актерской профессии, и возвращаться было уже достаточно трудно. Но новое портфолио, визитки, самопробы, и я вернулась на героинь уже более детальных, глубоких. Одна из таких героинь – это врач красной зоны для сериала «Платформы Иви». Тут и предательство, и разочарование в жизни – и она находится на волосок от смерти. Пожалуй, именно таких героинь мне хотелось бы играть, когда всегда нужно чего-то преодолевать. Но не совру, если скажу, что буду рада любым ролям в кино, потому что я просто люблю этот процесс.